нас, у всей страны, очень торжественный, волнующий день инаугурации президента. И сегодня мы в этом ставшем родном зале для нас встречаемся с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Дмитрия Анатольевича для назначения председателем правительства Российской Федерации. Наша сплоченная и дружная команда, которая оказалась стеной Государственной Думы при вашем лидерстве, сегодня хотела бы задать вопросы, пообщаться с пониманием того, что мы давние надежные партнеры, всегда находили общий язык. Поэтому позвольте, я передам слово вам, а затем коллеги зададут вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну, не скрою, для меня, конечно, день сегодня тоже такой волнительный и очень важный. Я искренне рад, что мои консультации в качестве кандидата на должность председателя правительства Российской Федерации начинаются с правой партии. Собственно, может быть, я даже бы не стал долго распространяться о том, какие собираюсь достигать цели в качестве председателя правительства, потому что вам мои позиции неплохо известны. Я их формулировал в должности первого вице-премьера, когда встречался с фракцией прежней Государственной Думы. Безусловно, я формулировал их в должности президента. В самом расширенном варианте, в последнем варианте я сделал это во время последней нашей встречи в стенах Кремля. Вот. Поэтому вижу цель нашего сегодняшнего общения в том, чтобы по максимуму ответить на те вопросы, которые есть у вас, сверить часы. И, соответственно, если вы окажете мне доверие, то та позиция, которую мы сформулируем и сегодня, и на других площадках, она будет курсом правительства, который, я надеюсь, будет поддерживать самая крупная фракция Государственной Думы, фракция Единой России.